Давайте, мои дорогие. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вы опять на канале Кира и Слайм. Сегодня вы увидите, как я надуваю слайм. Смотрите. Ой, порвался ваш слайм. Ложи. Давай так. Давай. Поздоровайся. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня вы будете смотреть Кира со слаймом. У меня вот такой голубой слайм, и он очень красивый. Он так вот, когда его растянуть вот так вот, то он прозрачный. Поэтому он очень классный, но он не тянется. Но рвется. Рвется, но он может еще соединяться. Угу. И рвется. Разрешают тебе играть где с ним? На столе только надо. Потому что если он упадет на ковер, то что будет? Будет шлепка и будет грязный ковер. Да? Угу. А расскажи еще, что у тебя там внутри в слайме было? Еще здесь вот такие вот есть штучки. Здесь даже есть вот такая вот девочка. Это наша дорогая... Принцессочка? Да. Классно. Тебе нравится с ним играть? Да. Он очень классный, и он, его называют слизь, а он будто желе. И хлюпай. Угу. Я думала, то, что вот эти вот надо сюда налаживать, но эти не надо сюда налаживать. Их надо делать по-другому. Их надо наклеивать куда-нибудь. Наклеечки будут, да? Угу. Ты любишь с ним играться? Ага. Но только тебе разрешает по чуть-чуть поиграться, да? Угу. Почему? Потому что он может засохнуть. Или упасть на ковер. Да. Потому что надо читать. Надо читать что? Книжки, уроки. Ты не хотела бы деткам прочитать что-нибудь? Нет. Почему? Я уже в прошлом видео читала. А еще в одном почитать? Нет. Нет? Я вот хочу здесь один... Хочу сделать сама слайм, пап. Ага, а ты еще хочешь сделать сама челлендж? Ага. Да? Челлендж со слаймами. Да? Я очень хотела слайм, и я очень его получила. Но только один у меня сейчас. Да? Если б мне розовый и еще зеленый, как сопли. Как? Кто? Как сопли? Сопли же зеленые. У тебя были такие зеленые? Да. Когда? Когда болела? У меня, когда я болела, у меня были зеленые сопли. Теперь у меня будет зеленый слайм. С блестками? Ну, наверное ж. Ты очень сильно хочешь еще один слайм? Да, они такие классные. Чем они классные? Чем они классные? Тем, что они потом прозрачные. Становятся? Да. После игры со слаймом что нужно сделать? Сложить его в такой пакетик. И застегнуть пакетик. И застегнуть пакетик. А потом что нужно сделать? А потом делать уже свои дела. Нет, потом нужно перед тем, как делать свои дела, помыть. Жопу. Вообще-то руки. Ты же играла руками. Да. Ну, значит, надо помыть руки. Ага, еще жопу помыть, если ночь уже. Да. А вообще, нужно очень часто мыть руки. Да? Шлеп. Да, здравствуйте, ребята. Все, говори всем пока. Здравствуйте. До свидания. До свидания. С вами были... Артур и Артурович.